что будешь брать? Эй, а ну-ка не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Я ищу Рипера. Его зовут Фингерс. Знаешь, где его клиника? Допустим. А тебе он зачем? У меня проблемы с имплантом. Ты не с нашего района. Неужто другого Рипера в городе не нашел? Я слышал, Фингерс лучший. Ага. Лучший Рипер для шлюх. Ты шлюха? Я нет. А вот ты, судя по всему, да. Ты слышал, что этот гондон сказал? Я хуею от такой наглости. Я бы повторил, но какой смысл? До человека с третью мозга и на второй раз вряд ли дойдет. Проси прощения, пидор! Ладно, что-то меня понесло. Извини. Поздно, блядь. Надо было раньше думать, что говоришь. Сейчас Лилока запихнет тебе твои слова обратно в глотку. Вау! Вот это да! Ну ты даешь, мам! Не-не-не-не, лучше тут буду жить. Только не выключай свет. Летом. Лаку убрал, живо. Все время. Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. О, нежное создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме явилась! К нам, осквернившим кровью эту землю! И кабы знал владыка мира милость, его обмолили о твоем спасении. Да это настоящий рай.
Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Надеюсь, эти членососы научатся справлять нужду в другом месте. Неужели так сильно хочешь поговорить с Эвелин? Совсем ничего. Так, пустяк, примерно 20 минут. Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Кто за все это платит? Думаешь, Фингерс? Ты знаешь этого Фингерса? Слышала о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Джуди, ты что вообще здесь делаешь? То же, что и ты. Пытаюсь найти Эвелин. Почему ты решила искать Эвелин здесь? У меня есть друзья в облаках, а слухи разлетаются со скоростью света. Поясни. У меня есть друг. Он рассказал мне, что ты там раскопал. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Уже довольно давно. Должен скоро закончить. Не особо надейся, киса. Иногда он по несколько часов не выходит. Особенно, если принимает оплату сразу после операции. Мне надо с ним поговорить. Это важно. А мы сюда, думаешь, пришли ногти красить, да? Я вас тебе могу пропустить. Свой маленький вот тебе рот. Обязательно надо было вылезти, Митси. А ты хотя бы постучи и спроси, когда он уже закончит. Лучше. Это все-таки клиника, а не прачечное самообслуживание. Вижу, давай иди, с ней все будет хорошо. У прежней хозяйки этой панели давай, было пойдем. Более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь, в твоей клинике. О, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Вы от когтей? У меня все уплачено. Мы от Шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Соберись, Ви! Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много.
И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу. У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать. Ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Но я впервые слышу об этой девушке. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи. Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Но почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. К делу? Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь. Или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Джуди, погоди, так мы ничего не узнаем. Да и я с ним поговорю. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего, там, где девушки становятся звездами нелегальных брейн-дансов. Больше я ничего не знаю. Где мне ее найти? Ты мне нравишься. Ты горячий, смелый. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали 2 амбала. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивы, а я же не идиот, таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот! Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком ее нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Джуди права. Из-за таких, как ты, в городе невозможно жить нормально. Ты получил, что хотел? Тогда нахуй отсюда, быстро!
Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. А вы-то с этим хером прямо мило поболтали. Лучшие друзья теперь, наверное. Два, блядь, сапога пара. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Слышишь меня? Эти ребята... Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тир, призы, все дела. На стрельбище у меня. Да уж я догадался, где. Ну? Ты в деле? Да что с тобой? Нет, Уилсон, для забавы не стреляю. Достойная позиция. Ну, ладно, это, тогда до скорого. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. У меня есть идея получше. На Чпок-стрит видел магазинчик. Там было много разной порнухи. Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Четырех кусков! Я столько получил от Пабло! Тебя что-то парит? С ними разговаривай! Я не с Пабло работаю, а с тобой! Если что не так, отвечаешь тоже ты! Я бы тебе прям все с кишки выпустил, когда ты не вернешь мою дочь! Со мной у тебя всю ночь будет стоять! Это зачем? Напряги воображение. Я пытаюсь, но что-то как-то не получается. Мне нужен... особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. А, приветик. Что у тебя есть? Вирты. Только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли?
Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да-то я гляжу из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Я вообще не по таким штукам. Ага, конечно. Я просто пытаюсь узнать, кто их делает и где. Слушай, я просто продаю, что продается. Никого не трогаю. Ты мне платишь, я отгружаю товар. А для чего он тебе? Это не мое дело. Откуда ты берешь эти записи? Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Ну, покажите, что у вас интересного. Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздец. Ага. Стой, котик. Ты куда так спешишь? Привет, зайка. Оптику сломал. Привет. Залезай. Привет, Ви. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила.
можешь осматривать, что хочешь. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Заказ недавний. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. Пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче... Ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? По традиции, да, поехали. Погнали. Арасака объявила о начале продаж своих нерентабельных фабрик в Китакюсю и Фукуоке. Это новый этап смелого плана реструктуризации. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Юринобу Арасака, которого считали в семье Белой Вороной, все-таки сумел рассеять сомнения инвесторов. После нервного открытия биржи Арасака набрала 3%. Об этом вы скоро узнаете в новом выпуске программы «Ваше дело, это мое дело». И мы на месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошел. Ящик в руки и вперед! У меня перерыв!
пинать. Бери это говно и внутрь тащи. Раз тебе так срочно, сама и тащи. Что-то ты слишком борзая для грузчика. Что за стрельба? Ты там живой? Живой! Решил не играть в скрытность. Скопировала план. Попробуй найти проход на нижний уровень. Ты за это ответишь! Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Кто-то есть. Я здесь.
Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Эвелин? Да, точно ее. На сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Эритритол. Типа конфеток для взрослых. От этого эритритол ни у кого пена изо рта не пойдет. О, нам надо в коридор, вот за этой комнатой. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь, только быстрее. Начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хуесосов, как ты. Допустим, ты прав. Но как ни крути, сейчас что ни делай, все равно окажешься в хуесосах. Может, и нам пора заколачивать бабло, а не пахать на дядю? Это как? Погрузим сейчас ящики в мою бричку и уедем в закат. На твоем ведре, пока оно допердит до перекрестка, нас догонят и нафаршируют пулями по самое не попасть. Другие гениальные идеи будут. Это ты до меня доебался? Но как ни крути, сейчас что ни делай, все равно окажешься в хуесосах. Может, и нам пора заколачивать бабло, а не пахать на дядю? Это как? Погрузим сейчас ящики в мою бричку и уедем в закат. На твою ведрину. Пока оно твердит, то перекрест нас догонит и напрасывает. Нас увидят, уходи оттуда. Другие гениальные. Thank you.
по-быстрому. Идем в коридор. Чисто. Идем дальше. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь.
Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Вырезали все импланты и заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Что над нами никто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Да уж, прямо невыносимая хуйня. Нет, бесит, что тут работают одни идиоты. Так дверь открыта. Если выйдешь, на одного станет меньше. Если я тебя прирежу, тоже встану. Да что у тебя случилось? Я же говорю, ненавижу это место. Вечно воняет. Что это за хер? Пройдись до доков. Прогуляйся. Проверь. Я тебя урою,
зацепил! Кто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотри, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного.
Пошли искать. Жди нас, Эван. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин. Ты слышишь меня? Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Не, ну посмотри на нее. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос.
Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать. Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты был прав. Мы просто теряем с ней время. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только... Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезная нетранер. Или просто работает на пару с такими. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Обратить внимание на устройства и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Вы
blir erlegt. Ute gehen wieso man sehr du intelligent pour ça, peut-être bien. Man sie pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir sous les rues. Faut que nous prenions chose là. Vous avez une bonne idée? Très bien. Si vous décidez de se prendre, créez-vous qui s'en pense. Elle continue, elle faut travailler. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Расканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Мы там и коем же авел, ки Сильвера нап мене ну директ су альт. Client, puis bon idée? Très bien. C'est votre décision, c'est pas un crédit qui s'en pense. Ok, Джуди. Хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Слишком долго рассказывать. Ничего, я с удовольствием послушаю. Если можно, не сейчас. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому.
Нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс вудуистов мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать. Поискать для тебя что-нибудь? Только сначала уточните так. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать, и перезвоню.